Так, мир, любовь всем. Я хочу засвидетельствовать, хочу. Ну, это уже было пару месяцев тому. Я проповедовал и спевал там в подземном переходе. И ко мне подошел военный. И мы с ним так разговорились, и он, ну, много мне рассказал, сколько сильно много людей там, ну, именно там, где он сражался, получается, очень много людей погибает. Каждый день, говорит, люди погибают. И, знаете, вот он рядом со мной стоит, получается, и дергается. Люди проходят мимо, и он дергается, знаете, и, ну... Вот я просто смотрю сегодня на себя, да, смотрю на церковь. Они там в окопах холодных, не выспавшиеся. И вот смотрю на себя, на церковь, смотрю, все такие сытенькие, все такие выспавшиеся, все такие от жира аж блестят, знаете. И как бы насколько мы сегодня готовы действительно ложиться на жертвенник Божий, свой комфорт готовы положить на жертвенник Божий. Вот я по-моему, я здесь свидетельствовал, что мне Бог открыл, что вот эта война, она закончится, когда народ Божий войдет в покой Божий. Может, не свидетельствовал, если не свидетельствовал, то сейчас засвидетельствует. Это уже где-то полтора года прошло. И, ну, для меня ответ один. Народ Божий не вошел в покой Божий. Народ Божий еще где-то мы блукаем у своих трех соснах. Думаем все о себе, про себя, для себя. Знаете, як Папандопола ділив. Це мені, це знов мені, це опять мені. А це на тобі, Боже, що мені не гоже. Вот такая вот. Я вот так вот вижу действительность вот эту. И, ну, меня лично Господь именно призывает говорить об этом. Я об этом говорю везде. В электричках, во всяком транспорте, на улицах, везде. Где только есть возможность говорить. Почти каждый день. Знаете, вот что такое вообще покой Божий? Это когда у человека Бог становится главным в его жизни. И вот у меня нету моей жизни. Есть жизнь для Бога, и все. Я приехал сюда с Донбасса, я продал свое барахло, и я сейчас живу, почти каждый день я проповедую, и я сам продолжаю искать этого покоя. И я так думаю, что покой, война прекратится не потому, что мы будем клянчить у Господи, там, прекрати эту войну, там, пусть мир настанет, хотя это на своем месте, нам надо это делать и просить, а потому что народ войдет в покой Божий, и церковь будет действовать в силе, начнет сила Божия действовать в церкви. И... Хорошо. Всем да благословится Господь. Аминь.